А вот это парковка для инвалидов. И смотрите, как она далеко от выхода. Вон там он выход. Вот. Так что девочки в приоритете. Вот так. Парковки в Германии бывают разные. Вот, пожалуйста. Для мамочек с детьми. Такая семейная парковка. А еще мне очень нравится. Есть, конечно, для инвалидов. Да. А еще мне очень нравится, ребят. Сейчас покажу. Та-дам! Для девочек. Парковки для девочек. Ну, вот так вот. 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 Вот они. Видите, для девочек. И находятся у самого выхода. Да. А-на-на-на-на. Для инвалидов даже дальше.